Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днем». С вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Правила благоустройства у нас утверждены, они не менялись. Облик города зависит от фасадов зданий. До 83-летнего возраста я никогда ничего не писала. Презентация сборника стихов ветерана войны. Сводка криминальной обстановки в городе. Меняются времена, меняются шутки, меняется, как говорится, злоба дня. Но люди остаются те же. Школьная КВН «Лига 2018». А сейчас об этих и других событиях подробнее. 2 дня в Смоленской области бушевала стихия. Сотрудники МЧС заранее разослали предупреждения на телефоны смолян. Но последствий, как оказалось, не избежать. Сильными порывами ветра повалило деревья, рекламные щиты и повредило крыши домов. Ущерб, нанесенный ураганом региону, еще подсчитывается. Для жителей города очень удобно, когда магазины находятся в шаговой доступности. Тем более приятно, если он является украшением той территории, на которой располагается. Правило благоустройства четко прописывает условия содержания городских торговых точек, независимо от их размеров и назначения. Но далеко не все предприниматели заботятся о красоте и чистоте своего имущества. В нашем небольшом городе достаточно много промтоварных и продуктовых торговых точек. В большинстве все они облагорожены и благоустроены. Но находятся такие, чей внешний вид не выдерживает никакой критики. Особенно эти неухоженные места видны после того, как сошел первый снег и оголились места фасадов, стен, ступенек, которые требуют ремонта. В Десногорске с 9 апреля проходит ежегодный месячник по очистке города. Практически все предприятия и организации подключились к уборке территории. Руководители администрации пригласили предпринимателей, чтобы напомнить им, что правила благоустройства обязательны для всех. Правила благоустройства у нас утверждены, они не менялись, мы в них постарались учесть все, в принципе, и поэтому при хорошем отношении они должны соблюдаться всеми, и администрацией, и собственниками многоквартирных домов, и собственниками торговых объектов. Специалисты комитета по городскому хозяйству провели обследование ряда торговых точек и подготовили небольшую презентацию, чтобы наглядно продемонстрировать как положительные примеры отношения предпринимателей к внешнему виду своих предприятий, так и объекты торговли, которые не соответствуют правилам благоустройства. К сожалению, на встречу пришли немного предпринимателей, но с теми, кто откликнулся, получилась очень деловая и конструктивная беседа. Все присутствующие прекрасно понимают, что Десногорск – наш общий дом, и только совместными усилиями можно сделать его чистым и красивым. В Смоленске представили региональный проект «Письма с фронта», в рамках которого любой желающий сможет передать музеям личные записки и материалы времен Великой Отечественной войны. Собранную экспозицию представили в Смоленском политехническом техникуме. На музыкально-поэтическом концерте собрались студенты 6 учебных заведений. В этот день прозвучали военные песни и стихотворения поэтов-фронтовиков. Живет у нас в городе удивительная женщина, ветеран Великой Отечественной войны Октябрина Андреевна Кононенко. Тяготы войны пришлись на ее молодые годы. 18-летней девушкой ушла она на фронт. Но это ее не сломало, а наоборот закалило. Удивительной души человек, отзывчивая, мудрая женщина, любит писать стихи. В минувшую пятницу в свет вышел 2-й ее сборник стихов под названием «Адресат». Как прошла презентация в нашем сюжете. Торжественная церемония проходила в 1-й школе. Поздравить Октябрину Андреевну с выходом 2-го сборника ее стихов пришли родственники и близкие друзья. Депутат областной думы Михаил Лосенко, заместитель главы города Александр Новиков, заместитель начальника управления информации Смоленской АЭС Михаил Хоботов, представители общественных организаций и предприятий города, военный комиссар Десногорска и обучающиеся школы. У нас в городе появилась еще одна замечательная традиция. 2-й год мы собираемся на ваш литературный вот так день, слушаем ваши стихи, мы получаем вашу книгу. И я не устаю восхищаться вашей энергией, я вам говорил об этом не раз уже.
Октябрина Андреевна, спасибо вам большое. Первый сборник «Ветерана» вышел в 2017 году. Он появился на свет благодаря творческому клубу «Росток» и родителям школьников. В этот раз в сборник вошли стихи Октябрины Андреевны, которые она адресовала своим близким и родным. Брошюры с автографом она вручила всем, кто ей помогает. Огромное спасибо всем здесь присутствующим начальникам, которые никогда тоже меня не забывают. Никого нету здесь такого, вот, который бы не был у меня. Всегда, когда бы не обратился к ним, никогда ни в чем не откажут, всегда помогают. Октябрина Кононенко – давний друг первой школы. На протяжении многих лет она встречается с педагогами и учениками. Они же, в свою очередь, оказывают ей помощь в быту. Я с 97-го года работаю в школе, и мы, я помню, еще классным руководителем была, мы ходили к ней и приглашали ее к нам. То есть это, не могу сказать сколько, это уже все с нами, в нашем сердце это неотделимо. Работая над первым сборником, к нам попала в руки всего лишь такая маленькая тетрадочка в линеечку. Она была пронумерована, с содержанием. И когда мы стали говорить о Катерине Андреевне, о том, что если еще, она открыла коробку из-под конфеты, там лежали целые стопочки тетради, поэтому работы много. Я надеюсь, что это будет традицией. Это кропотливая работа, это работа, которая делается с душой, потому что, когда пролистываешь ее стихи, кажется, хотелось бы взять все. Но почему ты выбираешь те, которые тронули твое сердце? В копилке ветерана пронумерованных тетрадочек еще много, да и она продолжает ее пополнять. Может быть, в скором времени выйдет еще один ее сборник. Сейчас криминальные новости. В Ярцевском районе вор оставил пенсионеров без средств к существованию. Мужчина забрался в дом днем и похитил все сбережения стариков. В общей сложности более 130 тысяч рублей. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель города Смоленска 81-го года рождения. За кражу ему теперь грозит лишение свободы до 6 лет. А о том, что произошло у нас в городе за минувшую неделю, нам расскажет сотрудник полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 106 сообщений о происшествиях, из них 7 сообщений о преступлении. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 119 административных правонарушений, в том числе 95 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к ответственности привлечены 10 человек. Смоленские спасатели приняли участие во всероссийском крупномасштабном командно-штабном учении. В течение 3 дней сотрудникам МЧС и специалисты других структур и ведомств совершенствовали действия по ликвидации самых актуальных на сегодня чрезвычайных ситуаций в регионе. Речь идет о природных пожарах и запала травы и о половодье. Это было сделано для проверки готовности максимального количества сил и средств. Зрительный зал «Цесой Нейтрино» собрал несколько сотен болельщиков школьных КВН-команд. Игры веселых и находчивых десногорцы всегда ждут с нетерпением. Искрометный юмор молодых КВНщиков заставляет зал просто взрываться от хохота. Наша съемочная группа тоже получила большое удовольствие от игры команд. Весенний кубок школьной КВН-лиги посвящен году волонтера, поэтому общую тему игры обозначили как «Я доброволец». Вел игру Владимир Муравьев. Награды и призы предоставил правком Смоленской атомной электростанции. Принимали участие 5 команд. Дом детского творчества представляла команда «ДДшки». Команда первой школы назвала себя «Стражи Дикси». Бесстрашную команду второй школы величали «Ноев ковчеги». Третья школа именовалась загадочно «Три в одном». Четвертая носила название «Сила трения». Игра состояла из 3 конкурсов. Приветствия, биатлон и STEM. Жюри состояло из людей, которые стояли у истоков создания КВН в Десногорске, либо в прошлом были игроками команд. Приветствие проходило под девизом «Будь готов, всегда готов» и отличалось свободной домашней заготовкой. Уже в этом конкурсе ДДшки уверенно вырвались вперед. В конкурсе биатлон должны были победить капитаны команд, чьи шутки будут признаны самыми смешными. Тут жюри ничего не оставалось, как присвоить первенство двум командам – ДДшкам и Стражам Дикси. STEM – самый игровой конкурс.
В нем команды продемонстрировали юмор, артистичность и индивидуальность. Пока жюри подводило итоги, игроков команд на быстроту и смекалку испытывали зрители. Они буквально выстроились в очередь к микрофону, чтобы задать командам свой каверзный вопрос. Жюри заняло свои места, а зрители все не хотели отпускать игроков. За приз зрительских симпатий болельщики сражались не хуже своих КВНщиков и перекричали всех поклонники команды «Стражи Дикси» из первой школы. Специальный приз правкома САЭС получил Максим Васильев, школа номер 3. Стоит ли смотреть КВН на Первом канале? Стоит дождаться, наверное, осенней сессии, и тогда посмотрим лучше здесь. Давно я так не смеялся, и жюри, собственно, меня поддержит в этом. Приз от молодых атомщиков получила команда третьей школы. Лучше всех пошутила вторая школа о голосовании десногорцев за комфортную среду. Меняются времена, меняются шутки, меняется, как говорится, злоба дня. Но люди остаются те же. Как бы в наше время были немного другие шутки, сейчас у детей другие. Но все равно юмор – это на чем, мне кажется, держится наша родина. Третье место заняла команда «Ноев в ковчеге», вторая школа. На втором – команда «Сила трения» из четвертой школы. Победителем стала команда из Дома детского творчества «ДДшки». Не знаю, как это передать. Ну, просто мы очень долго к этому шли, тренировались, нарабатывали. Мы очень рады. Очень. Поклонники десногорского КВН с нетерпением будут ждать осеннего кубка школьной КВН-лиги. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.